Заводу имени Магомеда Гаджиева в этом году исполняется 85 лет. В связи с этим для представителей республиканских СМИ была организована экскурсия по предприятию. Как оказалось, оно переживает не самые лучшие времена. Причиной тому нехватка рабочих рук и отсутствие финансирования. Ознакомилась с процессом производства Хадижа Курбанова. Заводу имени Магомеда Гаджиева 85. Когда-то на этой территории был произведен первый сплав металла. Затем в ход пошло изготовление пластмассы, резины, механосборочное и кузнечно-прессовое производство. Сегодня таких цехов около 10, а завод является основным поставщиком продукции для морских судов в Российской Федерации и странах СНГ. Современные технологии есть, которые позволяют более точные литейные заготовки получать. В каком мы сегодня состоянии? Значит, мы в прошлом году, в 2015 году, получив землю, и 2015-2016 год осуществляем строительство нового завода. Доска почета сотрудников завода обновляется каждый год. Здесь висят все – ветераны труда, представительницы прекрасного пола и молодые работники. Работаю в этом цехе с 80-го года. И 32 года начальником цеха, вот этого цеха. Коллектив сплоченный, старый. К сожалению, молодой не так рвет сегодня на завод. Проблема нехватки кадров на заводе действительно существует. Цехов на предприятии достаточно, а вот рабочих рук с каждым годом все меньше. Молодежь не идет работать на завод, признаются представители предприятия. Одним из немногих молодых работников завода является Султан Ятуев. Он пришел сюда еще будучи студентом, чтобы подзаработать. А сегодня Султан – начальник цеха резинотехнических изделий. Да, учеником временно, да. Мне здесь понравилось, да, как говорится, душа легла здесь, да, и остался здесь работать, как говорится, и рабочим, и мастером, и начальником участка. Помимо нехватки кадров, завод испытывает финансовые проблемы. Ни один из банков в республике не идет на кредитное сотрудничество с крупными предприятиями Махачкалы, несмотря на то, что в частности у завода имени Гаджиева есть что предложить в качестве гарантии кредита. Кроме того, почти все заказчики завода – представители других регионов страны. В Дагестане продукция завода не очень востребована. Предприятиям Дагестана мы можем поставить жилищно-коммунальному хозяйству прекрасные задвижки. Но почему-то ими никто не интересуется по причине их дороговизны. Мы говорим, ну они дорогие, но они долговечные, они надежные. Но, к сожалению, пока результатов нет. На сегодняшний день завод имени Магомеда Гаджиева готовится к открытию индустриального парка «Уйташ», куда будет перенесен сначала литейный цех предприятия, а к 2022 году все производственные цеха и участки. Хадижа Курбанова, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.